Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня речь о приложении, которое называется YouTube Gaming. Приложение вышло, в принципе, уже, скажем так, давненько, но по сути оно являлось только приложением для просмотра игровых каналов. Там можно было добавить каналы в избранное, то есть это альтернатива приложению Twitch. Приложение помогает найти стримы, которые ведутся с персональных компьютеров, посмотреть их на своем Android-устройстве. Ну, все, в принципе, это было доступно и с обычного YouTube. Но дело в том, что пока приложение, да, хочу сказать, еще не вышло и недоступно для скачивания в странах СНГ, поэтому на данном этапе оно на английском языке, но решил сделать обзор, поскольку вот буквально пару-тройку дней назад появилась возможность активного живого стрима прямо с экрана вашего мобильного устройства. Вчера там я тестировал программку, выкинулось видео, я забыл его удалить. Увидел много гневных комментариев, что за хрень ты выложил и так далее. Я, во-первых, скажу, что я не приветствую мат на своем канале, поэтому людей, которые матерятся и высказывают негативное мнение в виде мата и всего остального, я буду просто банить. Поэтому не обижайтесь, если кто-то попадет в бан. И ладно, это все лирика и отступление. Сейчас перейдем к самой программке. Скачать можно будет по ссылке в описании видео. Я сделаю короткий обзор данной программы, и основной акцент будет на возможность стрима. В общем, основное окно — это домашний экран, возможность войти под своим аккаунтом и просматривать игры, которые бы вы хотели видеть на своем Android устройстве. Вот здесь идут активные стримы, то есть красной точечкой отмечено те каналы, с которых идут активные стримы. Перейдя на канал, вот сейчас, допустим, мы не будем далеко залазить, идет стрим с канала Винни, там Getting Weight и т.д. и т.п. То есть он отмечен вот так вот, Live, то есть идет активный стрим. Далее идет подкладка фиды и каналы, которые, как я уже говорил, вы сможете добавить в избранные. Это топовые каналы, на которых там очень много подписчиков и которые постоянно ведут стримы по всевозможным играм. Найти стримы и видео можно по вкладочке «Поиск». Ну, для примера быстренько наберем, чтобы это дело все было вот так вот доступно. То есть вы получаете такую возможность найти интересующую вас игру и посмотреть, есть ли на данном этапе стримы по данной игре и какие каналы вообще уделяют внимание данной игре. Ну, по-моему, сейчас на данном этапе активный стрим никто и не ведет. Ну, есть возможность просмотреть стримы, которые уже прошли, и все видосы, которые были по данной игре. Что основного можно отсортировать по категориям, то есть файлы с субтитрами, видео, которые были на этой неделе, в этом месяце, сортировать их по дате загрузки, по странам, по рейтингу. В общем, все довольно-таки доступно. И думаю, что, в общем-то, заинтересует всех эта возможность, ту, которую, вот как я уже сказал, что добавили абсолютно недавно. Это возможность прямого стрима прямо с вашего Android-устройства любой игры, любого, скажем так, видео. Не только это будет игра, даже вы сможете стримить экран вашего мобильного устройства без всяких root прав и тому подобное. Как все это дело выглядит? Достаточно зайти под своим аккаунтом. Вот сейчас у меня аккаунт, здесь есть help и feedback, настройки, ну, настройки они несущественные, посмотреть позже, если вы выбрали какой-то канал, отписаться, зайти под другим аккаунтом. И основная, как я уже говорил, подкладочка — это Go Live, то есть начать свой стрим. Вот вчера, как я уже сказал, что было в тесте выкинуто видео, многие поняли, что это тест, я писал, но не знаю, почему-то люди не как-то неправильно поняли, начали там гневные комменты писать. Появится вот такая подкладочка, то есть есть возможность сразу записать стрим или начать прямую трансляцию. Но трансляция, как я обратил внимание, она сразу не идет в реальном времени. Сначала ваша трансляция будет архивирована на YouTube. Есть возможность выбрать два варианта качества: 720 и 480. Опять-таки скажу, что необходимо иметь активный аккаунт, чтобы стримить.
Ну, давайте выберем качество 480, SD минимальное качество, для того, чтобы все это дело не затягивалось, и посмотрим, как все это дело выглядит. Как я уже сказал, то есть это запись вашего игрового процесса и прямой стрим. Если выбрали прямой стрим, нажимаем Next. Здесь будет предупреждение о том, что все ваши данные, там все, что будет на экране, возможно, увидят остальные пользователи. Опять нажимаем Next и выбираем игру, которую мы хотим постримить. Вот я вчера стримил там детскую игрушку. Можно, как я уже говорил, выбрать любое приложение. Ну, все-таки будем останавливаться на игрушке. Давайте возьмем какую-то простую игру для того, чтобы все это дело быстренько организовалось. Можно ввести название стрима и, допустим, такое-то приглашение. Приглашение. Информацию о вашем стриме, как стрим будет называться. И типа Watch Me Play Бур-козёл. Посмотрите, как я играю в Бур-козёл. Далее нажимаем Next. И попадаем в активное окно программы, в котором можно поделиться через Google Plus о вашем стриме. Или выбрать другой способ поделиться. Останавливаться на этом не будем. Нажимаем Start. Приложение YouTube получит доступ к изображению на вашем экране. Здесь мы ставим галочку «Не показывать снова» и нажимаем «Запустить». Появляется вот такое окошко, в котором можно отключить камеру. То есть трансляция будет с передней камеры. Здесь информация о чате. Можно отключить звук и начать трансляцию. Вот и все, в принципе, что надо. 3, 2, 1 и начнется трансляция вашей игры. Сейчас быстренько на моменте, ну ладно, вот такую раздачу одну сделаем, для того, чтобы показать, как все это дело будет выглядеть на уже в браузере на вашем канале. Сейчас я, ну, не знаю, останавливать стрим или не останавливать. То есть в любой момент вы можете остановить стрим, просмотреть или запретить чат и включить звук. Здесь вот уведомление о количестве просмотров и Stream Health Excellent, то есть качество вашего стрима, как происходит стрим. Сейчас на минуточку я остановлюсь, перейду на свой канал, чтобы показать, что будет на вашем канале. После того, как вы перейдете на свой канал, в процессе, сейчас у меня с телефона идет стрим, в процессе вы сможете просмотреть, как происходят дела именно на вашем канале. Достаточно перейти в менеджер видео. И вот здесь вот будет ваш стрим, который на данный момент, вот видите, что идет архивация. То есть после того, как вы закончите свой стрим, все-таки, ну вот, не так, как обычно, если вы стримите через какую-то определенную программу, стрим всегда идет там лив в прямом времени. А тут идет архивация. И стрим будет доступен только после того, как вы закончите. Вот сейчас мы закончим этот стрим и посмотрим, как это все дело происходит. Nice job, то есть хорошая работа. Go to the video manager on YouTube to review архивированное видео. Начал начать с этим. То есть теперь вы сможете... Окей, go it, нажимаем. И на этом закончится стрим. Вот, спасибо, когда это я сказал, окей, Google. То есть, сразу заработал. Идет архивация, и через некоторое время этот стрим будет доступен. Пока вот идет обработка, здесь вы можете информацию и настройки сделать. Вот я вчера просто сделал, не удалил. Делал несколько таких попыток, и поэтому там получилось, что коротенькую там такую примитивную игрушку я не удалил. То есть сейчас я этот стрим удалю. После того, как пройдет обработка, этот стрим будет доступен. Видите, что все-таки пока еще не то. Пока еще не прямой стрим, не лив, но возможность для устройств и пользователей, у которых нету root прав, стримить на YouTube
уже со своего смартфона или планшета она появилась и дает дополнительные возможности для людей, которые хотят поделиться своим игровым процессом и показать, как они играют в игры. Ну и само приложение довольно-таки неплохое, выбрав определенный канал. Все каналы, на которые вы подписаны, можно, как я уже показывал, добавлять в данную программу. Я думаю, для тех, кто интересуется там играми и всевозможными каналами, появилась вот такая вот отличная возможность. В моем понимании, в моем видении программка довольно-таки неплохая, но как только будет организован прямой стрим, будет гораздо интересней. Есть у меня на канале два видео, здесь вот будет ссылочка, можно их будет посмотреть, о том, как организовать прямой стрим, но, к сожалению, прямой стрим без участия персонального компьютера, именно игр, пока невозможен. Сможете посмотреть и ознакомиться. Программа, как я уже сказал, на английском языке и пока недоступна для стащивания стран СНГ, но скачать можно будет по ссылке в описании видео. А я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!